Этот же вопрос мы задали посетителям нашего сайта. Лидером по значимости для горожан стало известие о закрытии Ангарского пивоваренного завода. За это проголосовали более 60% пользователей. На втором месте личные события ангарчан. Свои голоса за них отдали 16% людей. Дорожное происшествие на федеральной трассе, в котором пострадали около 10 автомобилей, заметным посчитали 10% опрошенных. Чуть более 6% голосов посетители сайта отдали за празднование Дня пожилого человека. А вот завершение муниципального конкурса «Ученик года» оказалось на последнем месте. Это событие набрало только 3% голосов.